spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ладно, теперь серьезно. Так, наверное, помню Серегу с 2012-2013 года, когда виделись на батлах. Серега тогда всегда выделялся, он уже тогда был лысый. И мутил свои флексибл штучки. Ну, или как корявки я тогда считал. Ну, и сейчас считаю. Сереж, не обижайся. Бибой хороший, валит тему, качает стиль, ставчик. Такой симпатичный мальчуганчик. Йо. Как бибой. Серега вот такой вот. Вроде бы. Ну, ученики у него клевые. Мальчики маленькие. Класс. Его все почему-то запомнили хорошо, что вот жабка, вот эта тема, прыжок на голову, вот это вот, то, что выпрыгивал он. И главное, не портачь жабку. Если ты запортачишь жабку, то все, из-за тебя батлы проигрывают, ты че? Он тогда был в составе Mad Dance Crew, сборной Костяковки и ее окраин, Еремина. Там, где Серый до сих пор является чемпионом по флоям. Серега, желаю тебе слушать рэп, петь его и танцевать его на голове. Я тебя поздравляю. С Новым годом твоей жизни. И 8 марта. Твоей судьбы. Ну и что еще у тебя там из перспектив волос? Точно никаких перспектив в волосатом бизнесе нет? Любой должен быть оригинальным. И Сережа полностью оригинален в своем стиле. Никто не врубает вообще, что ты делаешь. Ты валяешься по полу. Лоты со своей закидываешь, ноги за голову. Зачем это, Сергей? Тебе уже 30. Пора браться за взрослый брейкданс. Футики нужно гонять. Бэбики. Фут бэбик. Бэби. Я уверена, что он может делать вот так вот. Круче. А у него в голове все танцы. Не знаю, я думаю, это прикольно, наверное. Когда у тебя есть дело, которым ты болеешь. Будь здоров. Иначе ты заболеешь. Сережа выстроил свой тренировочный процесс таким образом, что у него сейчас перспективы вот как никогда в 30, они прям проявились. Перспектива есть, тебе всего лишь 30. Познакомились? Не помню. Не помню, когда познакомились. Он серьезный парень, он добьется многого. И в конце своего жизненного пути он умрет. Пускай все остается в ажуре, короче.
все так же клево будет, будет настроение, будет радость постоянная, будет стимул какой-то. У тебя блестящая лысина. В этом ты действительно хорош.